так у нас прошел весь день. Купались, отдыхали. Сейчас время у нас 8 вечера. Все уже из воды вышли. Весь кемпинг на берегу. Все что-то жарят. Везде идет дым. И мы тоже не отстаем. Смотрите. Разводишь, Мих? Да. Вот кто устал. И вон кто устал. Смотрите. Мама, да? Что будем жарить? Стейки. Так давай. Сейчас принесу. Пошли. Пока Миха сейчас разведет огонь. У нас вечер уже второго дня. Холодильник продолжает работать. Солнечную панель я убрал. Уже солнышка нет. Ну, напряжение. Просто вам покажу. Вот такое. 12,5. Аккумулятор. Супер. А ну-ка, открывай. В общем-то... Ого, слышь! Ну-ка, зацените. А холодные. Сейчас будем жарить. Холодильником не нарадуюсь. Просто-напросто. Это, ну, наверное, главное. Опа. А ну-ка, мясушка. Бесполезно. Этим ее не взять. Она устала. Она сегодня купалась. И не раз плавала в Голубом озере. Короче, Света максималистка. Смотрите, два огромных стейка и еще три осталось. Ну, я думаю, зачем столько? На два дня. Я думаю, нам два сейчас будет достаточно. Нам с Мишей одного на двоих. Конечно, конечно, достаточно. Давай, что там у тебя еще есть? Давай. Друзья, мы в Каменском, Днепропетровская область. Мы в кемпинге, вот там, от нас правее, если смотреть на озеро, Афины, база отдыха. Но это уже не первое видео, если кто-то смотрит наш канал, то все прекрасно знают. Мэри просто никакая. Она просто устала. Просто устала. Купалась уже. Да, Мэрюш? Давай. Клади, что там у тебя? Я один кабачок, потому что... Ну, давай. Сейчас, минутку. Давай. Я эту ночь вот здесь спал. Сегодня тоже планирую на матрасе на этом. Миша со Светой в палатке были. Вот такая у нас красота будет. Оп. На ужин. Камрад ходит.
Міха. Да-да. Усе готово. Уже. Угу. Сеточка. Все готово. Спасибо. Поможешь? Ага, давай. Ничего мы только не ели. Ладно, давай перезвоним. Вот это вилочкой открой. Ага, аккуратно. Угу. Оп, сеточку вот эту подними. Сейчас, подожди, пожалуйста. Вот так. О, как, какая красота. Не-не-не, ты что, горячая вилочкой, просто вилкой. А прожарился, да? Конечно. Ну, хочешь, попробуй. Давай попробую, вдруг, если не прожарился, сейчас дожарим, там еще угля. Давай я так сейчас ножичком немножко подрежу. Подрежь, конечно, я ж ничего не говорю. Ну ж так, вроде вилкой попробовал нормально, ну попробуй. Сейчас, подожди. Ну, что не прожарился? А, прожарился. Шикарно. Хорошо, спасибо. Все? Большое. Давай сетку вторую половинку. Там еще не надо ничего жарить, потому что не, там... Нет, сегодня уже не будем жарить, ну, мы ж... Там угля осталось еще. Гостей у нас нету. Гостей нету? Друзья, в гости не приезжайте. Жаль. Так бы пожарили. Смотрите, сколько у нас еще угля. Хоть ходи и это, предлагай на базе. И еще он целый мешок стоит. Вугилля. Так. Будем ужинать. Мэрика. Как ей здесь хорошо. Просто замечательно. Так, ну и давайте традиции не будем нарушать. А что, ты уже достала? Хотел Запорожье привезти. А, Светочка уже достала. Молодец. Холодненькая. Запорожью. Привет передаем. Вот так у нас день прошел. Второй день на отдыхе, на кемпинге. Завтра третий, завтра еще четвертый. В общем, мы отдыхаем по полной программе. Всем пока, друзья. Здоровья и самое главное мира. Отдыхайте, в это время это необходимо. Иначе крыша поедет. Скоро увидимся, надолго не прощаюсь.